Всем привет, и сегодня я расскажу секреты Тока-Бока больницы. Спускаемся на минус первый этаж. Так. Ну и попадаем на минус первый этаж, конечно. Да, как это назвать? И тут есть такая вот секретная дверь. Вот тут как бы, ну, людей там не должно быть. И вот такой вот автомат, и его никак не включить, ничего не получается. И сейчас расскажу, как сделать так, чтобы он заработал. Смотрите, вот тут скорая, есть вот такой вот робот, и тут кнопочка. Нажимаем, вот она загорелась, значит, все норм. Дальше на вот таком вот, не знаю, как назвать, там вот, видите, за стеклом еще одна кнопочка. Нажимаем, она ведь тоже загорелась, и значит, все окей. Так, то есть, кстати, разная вот одежда, костюмы. Так, ладно, погнали дальше. Так, ну и тут вот такие ящички, и в одном вот такая вот одежда, и тут кнопочка, нажимаем. Дальше, видите, у нас загорелось, вот три кнопочки. И вот тут вот, где полотенца лежат, вот отодвигаем, и тут еще кнопочка. Так, она у меня тоже загорелась. Дальше, ну, вот такой вот цветок, не знаю, растение какое-то. Отодвигаем, и тут тоже кнопочка загорается. И видите, вот тут такие блестки пошли, нажимаем, и это открывается. Смотрите, и вот тут попадаем в вот такой пещер, можно сказать. И тут у нас есть вот такой вот ленивец дракон. На нем можно, кстати, кататься. Вот выбираем любого персонажа, ну, допустим, вот этого, окей. Садимся, и на нем можно кататься. И тут есть вот такие вот, видите, небольшие дырочки. Давайте нажмем. Над вот этой дырочке будет у нас вот такой вот бриллиант, алмаз, не знаю, как назвать. А тут у нас паук, банка и фонарик. Отлично, больше тут ничего нету. А, нет. Чё тут у нас, как видите, шапочка, такой камешек и косточка. Вот это, кстати, можно выключить, если вам она не нужна. Дальше тут датчики, их можно так отключить. Так, смотрите, тут такой вот столик. Тут вот, если нажать, будет такое электричество. Можно переключать. Еще это кресло вроде бы сейчас, оно, по-моему, должно увеличиться. Не помню. Сейчас. Вот такой вот будет крампет. Это на крампет ученый. И вот тут под раковиной, кстати, вот кроватка. И такое вот кресельце. Наверное, это что? Наверное, это чашечка кофе. Окей. Дальше. Это такая, думаю, ну, как бы нано-жидкость какая-то. Но ее можно, кстати, налить. Но ничего у нас не будет в этой колбочке. Необычно. Дальше тут какие-то таблетки, химия всякая. Ну и дальше. Тут пока больше ничего интересненького нету. Вот такой стул, чтобы записывать. Наверное, или может забирать вот эту штучку. И в ней плавает вот такой вот, наверное, огурчик. Кстати, вот огурца такого не было еще ни разу в Тока-Бока. Так, ну погнали дальше. Так, вроде бы тут ничего больше нету секретного. Ну, тут кто не знает, холодильник. А тут, если нажать на этот диван, то будет кровать. Так. Кстати, вот если нажимать на эти кнопки... Ай, нет. Сейчас. Не знаю, что-то не работает, если честно, не знаю. Ну-ка, попробуем. Может, нужно и увеличить звук сейчас? Так, оп. Это машина. Так, это огнетушитель. А, да, вот это работает. У меня просто был звук выключен, я забыла. Так, дальше это также работает такой телефона.
типа. Вот эти штучки очень популярны. Вот всегда, когда находите, нажимайте на них, там может быть что-либо находиться. Я сейчас покажу, например, где-нибудь пример. Отправляемся на нулевой этаж. Правда, там, по-моему, нету ничего прикольного. Ну, кто не видел, тут в ящичках. У нас всякие таблетки, лекарства, не знаю, что это. Так, кто, может быть, не видел, тут такой таблончик. На нем максимум до 10. И тут тоже меняется. До 10. Бим. Это каталка. Денежки. Так, 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 так. А, вот. Вот на нулевом. Как видите, давайте попозже с того начнем. Тут ничего нет у нас, но на самом деле его достаточно хорошо видно, но у нас такой вот чубрик. Кстати, в этом озере почему-то не купаться нельзя. Жалко. Так, и смотрите, ну тут видно, это орел, наверное. И тут вот есть такие доски, видите, они не совпадают, и это забиты. Открываем, а там вот такая вот. Вот штучка, это как бы ленивец, но я не знаю, кто это. Похоже, если честно, немного для меня на сову. Пофиг. Вот эти штуки тоже, по-моему, как-то работают. Или нет? Так, сцену включила не то, что надо. А, вот, да, не работает. Так, нам не нужен день. Так, и на первый этаж посмотрим. Правда, не помню, что там что-то есть такое или нет. Надо... Так, на первый. Так, погнали. Так, так, так. Тут тоже ящички. Так, тут ничего интересного, как по мне. Так, так. Никого тут нету. И тут можно также шторку задвинуть, кто не видел. Листаем, листаем. Так, тут у нас одежда также разная. Тут у нас, значит, у нас тут мозги, легкие, почки и сердце. Ну, по-моему, это не очень интересно. Это видно. Так, вот смотрите, и вот тут вот, вот за этим как раз таки столиком, видите, вот такая вентиляция, не знаю, как эти штучки называются, давайте открываем, а там вот такая вот ящерка в виде ленивца. Так, так, она прикольно спрятана, мне нравятся вот эти ленивцы, они всегда прикольные. Так, вот смотрите, и на второй дальше этаж. Так, на второй. Так, а там мы точно все сделали? Да, все, тут, наверное, больше ничего и нет. Тут разные баночки. Так, еще эти жидкости можно. Также, еще забыла, вот тут вот такая вот лапшичка. И сок, наверное, не знаю, что это. Кто знает, напишите в комментариях. Дальше отправляемся на второй этаж, проверим, что там еще есть. Чуть-чуть подзабыла. Тут разная также одежда. Кстати, кто не знал, как работает автомат, нажимаем. И вот так валится мороженое. Как его покормить? Мороженое. Так, окей. Держи. Так. Распаковываем. Такое прикольное мороженое. Кушаем. Очень вкусно. Наверное. Так. И тут у нас такой врач. Тут также полочки с лекарством. Мне очень нравятся вот эти крокодильчики. Хоть они маленькие, но очень прикольные. Также тут какие-то таблетки в ящичках. Тут не открывается. И вот так вот, типа, он сидит. А вот так он спит. А сюда нажимаем, он опять не спит. Окей. Тут такой ребенок. Кстати, вот эти вот не открываются. Дальше это туалет. Дальше тут анализы. И вот тут за анализами есть капелька. Так, тут у нас нет пока ничего.
Вот это также можно было занавесить. Ой, ребенку украла. Вот это также типа ребенок ленивец. Вот мне вот этот ребенок не очень нравится. Маму также. Давайте она пускай поспит. Так. И тут у нас, вот смотрите, вот я говорю, обращайте обязательно внимание. Так. Вот в этой штучке был у меня вот такой вот также голубой алмаз. Хотя такой же, ой, алмаз у нас был тут же. Так, а теперь два алмаза. А, так, дальше. Ну, тут ничего не знаю. Ну, только знаю, что, типа, вот, беременная. А вот, как бы, вот, давай тебя же. Ничего нету. Так, кыш. Все, погнали дальше. А дальше на этом этаже вообще, по-моему, нету ничего. Но давайте с вами проверим. Я уже не очень хорошо помню. Так, а, нет, вот, во всяком случае, одежда, а, вот, так, не одежда, да, блин, вот такая вот, наверное, это собачка-ленивец, очень прикольная. Тут, типа, гостиница, я не знаю, это, типа, ожидание или как. Так, это туалет, на котором сидит голубь, кто не знал, его можно выкинуть. Это чисто так, а тут вот такой вот микроб. Так, тут также какие-то таблеточки, и вот тут. Вот, а вот такие вентиляции, они, в них точно не может ничего быть, потому что они так еще стоят криво, если честно. Хотя так и должно быть, наверное. Так, тут у нас ничего нету, ничего, ничего. Тут такая вот милая собачка. Тут у нас тоже какая-то одежда. Также шторки можно занавесить. Погнали дальше. А, больше нету. Ну, как вам это видео? Понравилось или нет? Поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока. Люблю.